Работодатели получат субсидии за трудоустройство молодежи. Компании и организации, которые в 2022 году возьмут к себе на работу молодых людей, смогут рассчитывать на господдержку в рамках программы субсидирования найма. Мера распространяется на компании и предпринимателей, которые возьмут на работу следующих специалистов до 30 лет. Выпускников колледжей и вузов без опыта работы. Молодых людей без среднего, профессионального или высшего образования. Молодых с ограниченными возможностями здоровья детей и сирот. Молодых родителей несовершеннолетних детей. Субсидия составит 13 890 рублей плюс 14% взносы. Итого 15 835 рублей на человека из МРОТа заплатят, если человек проработает 6 месяцев. Чтобы получить субсидию, работодателю нужно обратиться в центр занятости. Сделать это можно через личный кабинет на портале «Работа России». Далее направить заявление в фонд соцстрахования через систему «Соцстрах», которая занимается распределением и выплатой субсидий. А это уже неплохая мера поддержки. Как вы считаете?